Дорогие друзья, сегодня суббота, утро. Я хочу пригласить вас на очень быстрый постный завтрак из постных продуктов. И очень сытный. И на кофе с овсяным молоком. Все это делается очень быстро. И если человек спешит, работает, он может очень быстро воспользоваться таким рецептом. Итак, я буду угощать вас очень вкусной шавермой или шурмой, кому как нравится. Это паста хумус. Паста из нута. Крупный такой орех. Это паста средней земноморской кухни. Вы знаете, многие постящиеся знают. Это паста белковая. Итак, размазываем. Я на сковородочке тефаль обжарила грибочки без масла. Тефаль позволяет это сделать без масла. Вот они, грибочки, шампиньоны. И немного покрошила туда сырого чеснока. Это основа. Мы покрошим на нашу прекрасную шаверму или шурму, как кому нравится. Крошим прекрасные поджаристые, румяные, сочные, ароматные грибочки шампиньона, которые у нас с вами сделаны на сковородках тефаль, на сковороде тефаль без масла. Вот, пожалуйста, забираем все, сколько здесь есть, накладываем. Дальше, для того, чтобы она была очень ароматная, вкусная, хрустящая, кладем сюда немножечко. Да даже, почему немножечко-то? Да кому сколько нравится, можно и много положить. Свежих огурчиков. Дорогие друзья, для аромата мы кладем также еще соленых огурцов. Соленые огурцы придадут пикантность нашему блюду. Будет очень вкусно, солоно немножечко. Соли никакой не нужно, потому что достаточно солененьких огурцов. Вот. Далее можно в эту шаверму или шаурму, как кому угодно, положить вот таких вот помидорчиков. Вот они, красненькие помидорчики, маленькие. Вот. Кладем помидорчики по всей длине. Нужно разложить их по всей длине нашего блюда. И все это можно покрошить зеленый лучок. На все это немножечко. Так. У меня открыто окно, немного чуть-чуть ветер дует, и птицы там чирикают, вероятно, почувствовали весну. Сегодня солнечный день, субботний, поэтому птички. Ну, в принципе, вот. Вот блюдо, которое можно во время поста поесть. Теперь заворачиваем. Начинаем потихонечку заворачивать поплотнее. Итак, дорогие друзья, вот получилась шаурма, шаверма. Очень вкусно, без масла. Лаваш масла не добавляет, здесь только мука, вода. А в хумусе, если только масло есть, вроде бы как в составе нет масла. И зелень, овощи. Приятного аппетита, дорогие друзья. Приятного аппетита и доброго здоровья.